Привет, друзья! С вами Зверько и обзор нового героя Олрада. Отдельным людям, наконец, хочу сказать, я очень рад за вас, что вы где-то посмотрели геймплей на героя. Я не получаю доход от YouTube и делаю видео для вас после работы. Кстати, изменили еще Сана, но о нем в другой раз. Перейдем к герою. Олрад – имбовое имбище. Каждый активный навык, как ульта у рядового персонажа, и весьма хорошая пассивка. Пассивка. От каждой третьей атаки на Олрада накладывается щит размером 100% от нанесенного урона. Отлично гармонирует с первым навыком, где крит можно нанести 5000 урона. Соответственно, мы получаем щит в 5000 единиц на 3 секунды с кулдауном в 3 секунды. Это значит, что мы можем активировать себе щит через каждые 3 секунды. Первый навык. Олрад заряжает свою следующую атаку с руки и наносит сокрушительный урон. И пусть вначале урон не столь велик, но он потребляет довольно мало маны и имеет перманентное усиление. За каждое убийство этим навыком он же усиливается на 40 или 20 единиц, в зависимости от убитой цели. В конце КД навыка порядка 3 секунды. Урон с критом легко достигается до 5000, а урон по башням за удар 2500, и это без злобного рыка. Лимита усиления этого навыка нет, а значит, этот навык будет все сильнее и сильнее с каждым убийством в этом бою. КД навыка таково, что вы можете применить один и успеть зарядиться второй, и вы нанесете два сокрушительных удара с подряд. Второй навык. Имбалансный щит. Загибаем пальцы, господа и дамы. Этот щит дает на 2 секунды неуязвимость для автоатак, уменьшение любого входящего урона на 30% даже от башни и от лорда. Взрыв с физическим уроном. Стан от взрыва на 1 секунду. Ускорение. Как тебе такой щит, Уранус? Ульта. Олрад обнаруживает героев противника и, выбрав цель, как это делает Ангелла, устремляется к ней через всю карту. По прилету он наносит урон и отталкивает противника. Пока вы летите, вы можете подготовить первый навык и нанести два удара противнику с оглушением от щита. Эта комбинация смертельна для тонких противников, а при определенной раскачке для всех. Если вы вдруг полетели на базу к противнику, вы можете отменить ульту, получив штраф к перезарядке навыка. Мое впечатление – это троллинг какой-то. Этот герой пока на голову сильнее любого другого в игре. Будем смотреть, как его сбалансируют. А пока делитесь видео, это поддержит канал. Подписывайтесь и ставьте лапки. Всем пока!